Свой гражданский долг накануне выполнила и Екатерина Дзалаева. Почтальон из Бурона никогда не пропускает голосование и всегда следит за предвыборными кампаниями. Я собираюсь в Бурон голосовать на выборы. Екатерине Дзалаевой 84 года. Самый старший почтальон страны вот уже 55 лет разносит газеты и пенсии в отдаленные поселки Алагирского района. Сложно представить, но ее ежедневный маршрут составляет более 60 километров горных дорог. Для того, чтобы проголосовать, Екатерина Дзалаева специально взяла выходной. Признается, отдать свой голос – это ее гражданский долг. Хочу, чтобы все до единого проголосовали, потому что это важно. Прежде чем сделать свой выбор, Екатерина Сухановна внимательно изучает предвыборные программы каждого кандидата, следит за дебатами, рассказывает, за все годы никогда не пожалела о своем выборе. Перемены будут, посмотрим, что будет. А какие перемены? Чтобы снизили цены, чтобы людям помогли чем-нибудь. В Буроне Екатерина Дзалаева – самый пожилой избиратель. На участке говорят, если бы все были такими же осознанными жителями, как она, явка была бы стопроцентной. Екатерина Дзалаева голосовала на нашем участке. Это ответственная бабушка. Приходит, всегда голосует. Такая она у нас. По результатам первого дня голосования явка на избирательном участке Бурона составила около 40%. Сегодня проходит второй день голосования. Завершится избирательная кампания вечером 19 сентября. Сабина Катагова, Алана Бзыкова. Новости Осетии.